Добрый день, дорогие мои друзья! Специально для вас, для того, чтобы вы могли представить и понять, что такое безлекальный метод кроя, я записала несколько очень наглядных видео, назвала их «Шьем платье для Оли». В этих видео я показываю весь процесс создания одежды на примере платья для моей подруги, начиная от снятия мерок, от подробного снятия мерок и заканчивая технологии пошива. На этом примере вы наглядно можете убедиться, как можно, не прибегая к каким-то готовым выкройкам, к сложному конструированию, моделированию на бумаге, выкроить и затем отшить платье отрезное по линии талии со вточным рукавом, с юбкой в мягкую встречную складку и с вырезом лодочка. Прибегая к небольшим изменениям, вы можете что-то дополнить и привнести в этот фасон что-то свое, какие-то изменения сделать. Я показываю это на достаточно условно-типовую фигуру. И вы, просматривая это видео, повторяя все это вместе со мной, спокойно можете сделать это на свою, допустим, подругу, сестру, дочку, если ваша фигура таковой не является. Ну, а если ваша фигура обладает какими-то особенностями, отличными от условно-типовой фигуры, то вам, конечно, этого курса будет недостаточно. Курс абсолютно бесплатный, но для того, чтобы сделать основу, базовую конструкцию на особенную фигуру, вам придется учиться. И вариантов обучения у нас, у меня представлено очень-очень много. Это и книги, которые абсолютно в свободном доступе продаются. Это и бесконечное количество, около 800 видео, снятых на YouTube. Там все подробно рассказано. Другое дело, что это повествование идет в беспорядочной форме. Поэтому вам, может быть, по YouTube учиться не всегда удобно. У нас есть и прекрасно зарекомендовала себя онлайн-школа. То есть у нас есть ученики по всему миру. Если вы из других городов, то вы можете спокойно учиться в нашей онлайн-школе. И пройдя хотя бы первый курс, построить вот эту основу, базовую выкройку конкретно для себя, для своей фигуры. У нас также в этой онлайн-школе отработана система проверок. То есть я и наша куратор Катя помогают вам в выполнении ваших домашних заданий. По фотографиям, по видео мы смотрим качество ваших работ, мы исправляем ваши ошибки и так делаем, и даже делаем примерку. И так идет до тех пор, пока не получится желаемый результат, пока ваше платье не сядет на вас безупречно. Вот такая есть возможность у вас учиться, если вы не живете в Москве. Если вы живете в Москве или в ближнем Подмосковье, вы, конечно же, можете прийти ко мне на офлайн-занятия, так сказать, научные занятия, которые я провожу два раза в год, в начале осени и зимой. Так что, дорогие друзья, желаю вам выбрать для себя то, что вам подходит. Желаю вам посмотреть, как я это делаю, как работает мой безлекальный метод кроя прямо на ткани, на примере вот этого платья для Оли. И, может быть, для себя что-то очень важное и полезное вы здесь почерпнете. Всем успехов, добра и всего самого наилучшего. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем добра!